Hello, my darling, с вами Симон, и мы с вами продолжаем играть в After Us, и я вот думаю, что настало все-таки пора спасти ворона. Птичку надо спасти, потому что птичку жалко, и, ну, уже сколько можно откладывать этот момент, да? Мне кажется, мы пытались сюда вот пройти, я, честно сказать, не особенно понимаю. Тут у нас какой-то должен быть дух, но мы пока его почему-то не видим. Надо просто повыше. Я думаю, надо просто еще повыше оказаться. Что-то, по-моему, я что-то перелетела куда-то, плюнула, психанула и все. Что-то в этом роде, мне кажется, случилось с нами в тот раз. Потому что, в общем и целом, я других каких-то проблем-то и не помню. Так, тут можно сделать... Вот так. Во. И куда-то... А наверх? Вот, мне наверх. Спасибо. Вот. Вряд ли мы что-то... Ай, фу-фу-фу-фу-фу. Брысь, кыш. До свидания, жижа проклятая. Вот. Нет, еще пока не видит. Ну, потому что... Мы в какую-то странную сторону идем. Ну ладно. В общем, это единственный путь, как я вижу эту ситуацию. Блин, это плохо. Вот эту ситуацию я вижу очень плохо. Так не должно было быть. Должно было быть все нормально. Я все рассчитала же, все просчитала же. Так. Динь-динь-динь-динь-динь. Да блин. Фух. Что-то в какую-то непонятную мы движемся в сторону. Вот нам, получается, даже не сюда, а куда-то как будто назад. Но я так понимаю, что куда-то вон туда, а значит, на вот это здание, если я все правильно понимаю, потому что больше вроде как некуда. Так, я точно это все записываю? Это точно все между нами происходит? Вроде да. Да-да, это внезапное желание все проверить. Окей. Даже таймер запустил вообще. Ответственность. Уровень. Уровень. Так. Ага. Ого. Ага. Ого. Угу. Окей. Ладно. Хорошо. Хорошо. Договорились. Спокойно. Спокойно. Вот так передвигаемся. Вот так передвигаемся. Вот теперь наверх. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа. Прям виртуозим. Просто виртуозим. Что тут? Как будто здесь нет прохода, да? Ну, мы проверим. Так. Нет, наверное, тут нет прохода. Наверное, надо куда-то вот сюда. Погладить голубя еще, я думаю, надо. Это не голуби. Или это голуби? Похоже на голубей. О, вот, стена, 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 стена. По которой нужно ходить. О. Оп, ай, ай. Вообще просто кто-то думал, что я так умею? Я не думала. Ой, все равно запачкали мою девочку, запачкали, уродцы. Зафаршмачили. Так, воспоминание открыто. Я уже даже забыла. Это все про того мужика, который один остался. Собирал мусор. И работает он на бульдозере. Или он не работает на бульдозере, извините, не совсем понятно. Так, сейчас, может быть... Ну, короче, нам вон туда, правильно? Я хоть, ну... Да. Просто очень долгий путь. Тихо. Нет, 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 нет. Давай нормально. Давай нормально. Будем нормально с тобой. Блинский блин. Оп. Оп. Вот это чудеса на виражах просто. О! Сколько тут зато вон и лебедушки здесь. И кого тут только нет. Вы посмотрите, и деревьев. Мы сейчас вам насажаем деревьев.
Чтобы вам было где прикалываться. Во! Видали, что сделала вам? Вон еще сейчас сделаю. Ой, ну я не могу, Хэна милашка, такая хорошая. И всех погладит, и деревья вырастет, и бегает, хохочет. Вот и моя такая, ты моя золотая девочка. Замечательная. Фух. Ништяк, ну правильно. Ну правильно. Куда-то вон туда, левей, правей. Опа. Оп-о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 п. Сейчас как вот спрыгну. И прямо в нужное место. Опа! Видали? Могу. Могу, умею, практикую. Блин. А надо-то еще выше как-то оказаться. А как? Каком кверху. Журавли вон летают. Может попробовать на вот эту штуку залезть? Но я что-то не совсем понимаю, как нам это поможет. А, не надо, пожалуйста! Ух. Ага, вон еще куда можно. Пожалуйста! Ну, пожалуйста! Почему ты упала? Надо было пораньше или попозже. Я не знаю. Ой, ой, ну... Почему то пере, то недо? Почему? Я вообще даже не уверена, что мне туда надо. Ну, наверное, мне туда и надо, потому что я как раз повыше поднимусь. Вон там наверху я его вижу. О! Все, красота. Лепота. Цепляйся, ты чё? Ты чё? Захотела мои последние нервишки отобрать. Не получится ничего у тебя. Ага. Тут у нас... Ой, какие рыбёхи классные. О, о! Хоро... Ничего хорошего, ничего хорошего нас там не ждет впереди. Так, ну ладно, допустим. О! Фух! Подождите. Ага, наверное, вот сюда. А потом вот сюда. Да? О, вот! Вот! Где-то... Где-то он тут, этот дух. вон он где. Тихо, подожди. Это я не подумавши сделала. А опять лететь? Трэш, очень далекий путь. А еще меня интересует вопрос, где все-таки ворон-то? Ворон все-таки где? Так. И че? И что выходит? Что надо, наверное, вот сюда? Потом на... Не надо так пересвечивать мне все. Мне ничего так непонятно. Вы что, удумали раздавить меня? Не получится у вас ничего. А подождите, а как же я? Вы что хотите? Понял. Ну и сразу бы так и сказали, что тут стена вот эта вот полезная. Так бы и сказали сразу. Так. Блин, а как тогда вот это воспоминание забрать? Если я нигде не могу на том уровне остановиться. Она же так не, сейчас не сделает? Конечно, нет. Наверное, придется спрыгивать туда. Ой, господи, эти птицы напугали, блин. Как у Хичкока прям. Я подумала, это эти уродцы бегут. О,
Видали? Видали чё? Воспоминания. Найдите все воспоминания о городе. Окей, нашла. Ничего не понятно на самом деле. Просто был мужчина, шел с чемоданами, открыл окно, порадовался птицам, начал ухаживать за садом, влюбился, подарил цветы из этого сада, родил ребенка, воспитал ребенка, отпустил ребенка, остался один и... Наверное, это птицы, вот эти, они, наверное, символизируют, что он, наверное, это... умер. Из окна вылетели птицы. Откуда я беру такие грустные истории? Ну почему? Давай мы долетели. Давай. Спасибо. Вот мне нравится, когда мы заодно с ней. Вот люблю, когда так. Так, получается, что... Теперь надо вот сюдой. Потом вот сюдой. Сохранили нас. Это прекрасно. Ага. Ого! Ну ничего себе. А вы уверены, что мне надо сюда? Блинский блин, ну нет, это вообще меня ведет не туда, куда мне надо. Меня вообще это увело от духа от этого. Ну ладно, давайте хотя бы к вороне сходим. Или все-таки назад вернемся? Нет, давайте назад вернемся. Все, я поняла, что я нашла ворону. А, но я хочу... Нет, нет, назад! Здравствуйте, в смысле? Поехали назад. Ты что делаешь? Объяснись. Назад. Я для тебя какая-то шутка? Нет, смотри, берешь. Не так! Не так! Ты неправильно все сделала. Что ты делаешь? Смотри, смотри. Вот так. Опа-на. Да блин. Я не этого от тебя хотела. Да не. Зачем она прыгает? Она просто прыгает в пропасть. Почему она не подходит к этой... Я все равно доберусь до этой, вот этого всего. Понятно? Вы меня не остановите, я сейчас дойду вот туда. Куда вы меня просите? Вот уж действительно, я тоже сейчас в шоке, девушка. Мы так могли все это время? А на электростанции с какими-то телеками там это прикалывались? А! В клетке ворона. А! Ты в клетке? Как ты здесь оказалась, моя хорошая? Кто посмел? Господи, как много клеток. Ужас. Так, ну что, поехали, как говорится. Выше надо куда-то. Сейчас будем искать пути, как нам выше забираться. Что-то здесь... Ну, наверное, надо туда вперед сначала пройти. Вряд ли нам надо сейчас просто по вот этим всем стенам выше забираться. Так, вот, значит, есть... Здрасте! А меня не предупреждали, что так работает? Вау! Интересности какие! Да блин, что ж такое? Короче, надо залезть в клетку. Клетка, как капкан, короче, захлопывается. И после этого только можно кругом жизни себя оттуда вытащить. И тогда достраивается клетка, и по ней
можно куда-то залезть, если у тебя руки растут из того места. Как вы поняли, случай не наш. О, да блин, ну хватит так делать. Остановись, быстро. Так. Ага, ну теперь вот сюда. Ой, нет, нет, подожди, давай прицелимся, я тебя умоляю. Оп. Вот, значит. Вырастает клетка. А к этому меня жизнь опять не готовила. Нет, здрасте. Вы не имеете права так делать. Да что? Что за матрешка? Блин, ну прикольно. Ну вообще прикольно. А дальше что? А дальше, наверное, на вот эту. Ага. Так, теперь тоже еще повыше. А как? А по ней тоже можно скакать. Понятно, по стеночке тоже можно скакать. А тут можно запрыгнуть. Ага, можно. Вы прям так вот, что я как будто такая меткая, да? Ну да, а что? Что, сомневался? Я нет. Блин, я, кстати, видела не так давно видос, в котором ворона прям вообще просто, не знаю, разговаривает вот не хуже попугая. Может, у нее и в эту игру играть получилось бы лучше, чем у меня. Но, короче, прям вообще вороны капец умные существа. Вот что я хотела сказать. Возможно, было не совсем понятно, что я хочу этим сказать. Ну вот. Теперь вы поняли. Ага, ага, ага. Ага. А тут что такое? По жердочкам, как птичка у меня будешь. Когда прицелишься. Ну что это? Ага. Очень удобно. В смысле? Что ты делаешь? Вот. Неплохо. Неплохо. Вот эти меня пугают. Я все-таки хочу как-то... Вот так. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Как хотите, делайте. Это все как-то слишком волнительно. Блин, ну кстати, вот хотя бы все понятно. Не как с пчелой. С пчелой было вообще непонятно. Вот. Шикардос. Будь здорова. Наверное, надо на вот эту. А как? Ну, наверное, по бортику. Наверное, можно. Вот так. Да. Не надо падать. Не надо накреняться. Пожалуйста, спасибо. Ага. А тут надо... Очень тяжело, очень... Я нервничаю. Я почему-то очень нервничаю. Не то чтобы ворона, это мои любимые животные, но я почему-то так занервничала, когда надо было спасать ворону. Так. А здравствуйте. А как же я... Ага, ага, а... Не совсем понимаю. Ну ладно. Попробуем. Ага. Ну да, неплохо. Клетка закрыта это. Ага. Ага, может быть надо типа ее наклонить в эту сторону? Вот так.
Да? А потом очень-очень-очень быстро так вот, опа, опа, я сказала опа, спасибо, красота, видели, видели? Блин, ну что ты делаешь? Ну зачем, почему она в разные стороны прыгает? Какого хрена она это делает? Меня подставили. Окей. Вот так. Вот так надо поступить было. Хорошо, хорошо. Плохо. Сейчас еще раз. Оп. Видали? Видали? Видали, что могу? Так, вот так вот. Ага. Что? Что? Да открылась дверь-то, нет? Открылась. Ага. Вот, красотища. А теперь, значит, наверное, на вот эту фигню. Оп. Господи, я хоть это вообще, хоть приближаюсь? Я приближаюсь. Неужели? Ага, неплохо. Лучше, чем могло бы быть. Угу. Окей. Надо сначала в эту сторону накренить, потом вот... Нет. Потом вот так вот сделать. А потом вот так выбежать. Вот. Теперь надо в эту сторону накренять. Ну, прикольно. И все логично. Что интересно, да? Можно, оказывается, было так с самого начала сделать. Во! А что, музыка поменялась, а меня не сохранили? Хочу, чтобы сохраняли меня, когда музыка меняется. Когда музыка меняется, значит, меняется настроение. Если меняется настроение, значит, я что-то такое сделала, чтобы настроение это поменялось. Подождите. Не совсем понятно. И что вы мне предлагаете сделать? Мне же наверх надо. Подождите. Будь здорова. Да, Блин. Нехорошо приземлилась. Совсем нехорошо. Так. Допустим. А зачем вообще вот это вот так сделалось? Вот же. Надо было просто предпринять вторую попытку. Оп. Оп. Все, ворона, я иду к тебе. Оп. Оп. Опа. Сохранили. О, вон она. Найдите... А, это орел. Извините, я все думала, что это ворон. Орла в клетке держали. Не плачь. Получилось? Да. Какой красивый! Блин, сейчас опять заплачу. Ну что, что такое? Что происходит? Господи, как ты прекрасен! А-а-а.
Вот это ничего хорошего не предвещает вообще. Сейчас мы, наверное, опять в этом окажемся в ковчеге, и я думаю, пойдем дальше. Там какой-нибудь к киту, к акуле, кто у нас там? Кого мы еще не собрали из таких больших? Блин, нет, мы нифига не в ковчеге. Или как он назывался? Оазис. Мы опять. Я не хочу. А почему-то я. А. Фу, а чё вы тут разлеглись-то? Пройти не даёте. Только не надо, пожалуйста, на меня выпрыгивать, дергаться там и вот это все, пожалуйста, 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 не надо, пожалуйста. Очень не хотелось бы, очень. Но это мое такое, знаете, личное пожелание. Я, конечно, понимаю, что вам фиолетово. Господи, там что-то блеснуло сбоку, и я что-то это обосралась. Опять дети маленькие стоят. Мне кажется, еще меньше даже, чем те были. Сейчас нам мать, наверное, объяснит, что это все было. Что это все означает. Пожиратели ищут тебя, дитя мое. Мир опустел. У тебя мое сердце, последний луч света. Пожиратели тянутся к нему. Они хотят его поглотить, только на это они и способны. Ты сильнее их. Понятно. Девочка прям в большой решимости, знаете ли, надо сказать. Так, хорошо, к этому мы сходили. Блин, вот этот потом поищу как-нибудь. Вот тут у нас еще два, прикидываете? Два. Вот тут один. А, нет, один. Один остался у пчелы. Куда бы нам еще пойти? У нас есть собака, медведя мы нашли. У медведя тоже вот одной нету штуки. Можем пойти вот сюда. Вот сюда, в сельскую местность. И двинуться, так сказать, в сторону кита, как я понимаю. Или акулы. По-моему, в сторону кита. Акула, по-моему, левее. Но это не точно. One second, please. Подождите. В сторону... А, нет, в сторону акулы. А кит? Вот кит, наверное, левее. А, кит вообще в другой стороне. Интересно. Ну ладно. Так, нам надо куда-то назад. Если я все правильно понимаю. А, нам, наверное, на поезд. Да, нет. Нам... А, на какой... Нам, наверное, не надо ни на какой поезд. Нам надо просто мимо кислотного дождя пробежаться здесь прекраснейшим образом. И... Ой, залагало, не нравится мне. Не нравится, когда лагает-то мне. Вот так. Ой, упё. В смысле геймпад отключен? Так, значит, я все как могла нормально настроила, потому что не надо запихивать все важные девайсы в какие-то ненадежные хабы. Так, получается, мне надо уперед. Вон туда. Ну, там мне не надо, там. Во-первых, мне надо еще переждать дождь. Окей. Потом мне надо. Как-то вот, знаете, как-то мне вот так надо
Вот тут, наверное, да. А подождите. А зачем мне вообще тут оказываться? Здравствуйте. Все какое-то внутри поролоновое. Фу. Что это? Почему поролон внутри самолета? Что это? Что это? Что они хотели этим сказать? Не надо ко мне тянуться. До свидания. Так, смотрите. Залезаем. Мне надо на самолет. Я опаздываю. Мне надо на самолет срочно. Мне надо как-то... Может... Подождите. А может быть мне отцу... Ты будешь подпрыгивать высоко-то или что? Я не понимаю. Вот. Может быть мне надо... Вот. Ну так, оп-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 оп. И быстренько спрятаться. Спрятаться, 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 спрятаться. Опа. Красота. И значит, вон туда мне. Так или не так? Конечно же, так. Конечно же, все правильно. Потому что ориентация на местности – это мой конек. Но, тем не менее. Используйте всплеск жизни, чтобы покопаться в мусоре. Спасибо большое. А я нажал, что ли, нечаянно? А зачем мне копаться в мусоре сейчас? Вот дерево. Нашлось. Это. А что, вы мне можете что-то предложить? Вы мне уже ничего не можете предложить. Так, окей. Нет, наверное, все-таки я на поезд иду. Я, может, и нет. А у меня, кстати, там тоже есть сохранятельное место. Почему мне его не предложили? Я бы поближе вот хотела бы оказаться. А-ха-ха, тянетесь, да? Нет! Моя проблема в том, что я рано злорадствую. Может быть, конечно, не только в этом. О, зато... Вот, наконец-то кто-то в этого мишку поиграл. А то все какой-то этот мишка никому не нужный. Лежал там. А, это не сохранятельное место. А я его себе еще не сделала, чтобы оно стало сохранятельным местом. Представляете? Еще что-то выделываюсь. Еще что-то вам здесь рассказываю. Так, хочу еще раз проверить, все ли там нормально пишется у меня. Все нормально пишется. Представляете? Представляете? Так. Пойдемте сходим вон к этим молодым людям. У них там какие-то воспоминания. Может, там еще что-то про этого мишку. Так, спрятались. Хорошо. А, это не воспоминания, это вам волки все подсветили. Все понятно. Все понятно с вами. Никакого доверия вообще к этим молодым людям больше. Я бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, бегу. Бегу, 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 бегу. Так, все, спрятались. Отлично. А, куда далее? Далее, получается, чуть-чуть правей. Ну, вон туда, да, правильно. В общем-то, туда, откуда мы только что прибежали. А получится просто по полу или надо все-таки к этим молодым людям? Надо, видимо, к этим молодым людям все-таки. Все-таки правильно я все сделала. Да, блин. В прошлый раз даже лучше получилось вот это вот. А я не дамажит меня так этот, если вот так лететь. Понятно. О! В окружении скорпиончиков сидит. А потом на куклы отвлеклась. А как же медведь? А как же медведь? А что медведь будет делать со всем этим? Там вон жирафики ходят. Так, шикарно. Я нам сделала еще одно сохранятельное место. Ну все, короче, полетели. У нас тут
Где-то вот впереди у нас два духа. Один поближе, другой подальше. Блин, мне, конечно, не прельщает вот этот прикол по мусору вот этому здесь бегать. Ничего прикольного я в этом не вижу. Да что... Где ты? Ага. Вот куда-то туда показывает. Сейчас, извините, я в мусорке спрячусь. Ой, таймер-то надо запустить опять. Нормально. Так. Куда же мне? Куда-то подальше. Ага, вот где-то тут прям. Женщина, вы спрятали. Вот он. Кто это? О, это муха! Это муха! Мухи очень полезные. Мы же пауков освободили. А паукам же надо что-то кушать. Вот мы освободили им мух. Прекрасно. Я считаю все по-честному. Прекрасно. Мне очень нравится, что под этими деревьями можно прятаться. И это просто шикардос. Ага, это он мне не покажет уже. Но мне надо куда-то в эту сторону, как я вижу это. Правильно? Или это неправильно? Вот тут сейчас встанем. Ну, почти. Ага, тут наверху кто-то воспоминания оставил. Или нет? А куда ты показываешь воспоминания-то? А-а-а. Туда. Угу, окей. Только мне вот куда-то надо вот еще вот тут где-то. А, вон он. Я прям его вижу, вы видите? Ага, ага, окей. Блин, сейчас меня это, того этого. Сейчас под диван. Давайте. Оп. Прекрасно. Как нам сюда попасть? Надо копаться в мусоре для того, чтобы куда-то попасть. Мы это уже с вами проходили. Ой, не то. Вот. Вот. Это что так? Это кто такие прилесники? Это целое семейство у нас тут живет. Смотрите, какие колеси. Давайте погладим. О, даст погладить. А слоны не даются, блин. Какие-то слоны, кстати, в сравнении с этими собаками какие-то маленькие. Как будто бы тогда слоны и больше должны быть. Мне кажется. Но это не точно. Так. На парту. На тумбу. Опа. Оп. Так. Ага, вон он. Вот он. Вот ты какой. Это, блин, ну ничего себе, это просто надо уроки орнитологии проводить по этой игре. Я всех этих птиц вообще не знаю. Не то чтобы прямо-таки, знаете, в первый раз вижу, но я даже не знаю, как они называются. Ну, мы очень много птиц спасли. Очень мне это нравится. Птицы полезные животные. Вообще все животные полезные. А, тут через низ нельзя уйти. А чё вы сразу-то мне не сказали? Вы, надо же вешать табличку. Типа, если вы зашли через этот вход, то запасной выход там. Не пытайтесь вернуться обратно, консьерж ушел на обед. Нельзя было так написать? А как же тогда? А как же тогда? Просто спускаться вот так. И смягчить себе падение. А то знаю я вас. Так, потусуемся под диваном чуть. И бежим. Скорее. Миша! Прям на медведе. Дух. И это какой-то тоже, блин, этот.
Кстати, помню... В смысле, вы откуда? А вы здесь откуда? Отстаньте! Отстаньте! Отвалите, вы чё? Вообще, какие-то придурки! Отстаньте от меня! У меня кислотный дождь! Без вас проблем хватает! Уйди! Уйди, сказала кому! Почему ты вот стреляешь не в тех, кто вот конкретно сейчас до тебя докопался? Почему ты стреляешь куда ни попадя? А как мне прятаться? Я тебе сейчас... Они бросили в меня стул, нормально? Они бросили в меня стул. И убили. Все, у вас больше нет претензий? Вы больше не хотите ко мне выскакивать? Нет, мне не нравится. Им-то под кислотным дождем вообще окей. А мне-то не окей. Мы как бы вообще не в равных условиях боремся. И главное, мне нравится, музыка вообще не поменялась. Вообще всем плевать. Сейчас я откопаю все проблемы. Ага. Ой, блин, я не то сделала. О! Потом выросла. Вообще, даже куклу, наверное, бросила. Так, а можно под мусором спрятаться? Нет, я лучше под женщиной. Вот, прекрасно. Так. Мне теперь, получается, надо... Прям вот направо. Вон туда. Блин, значит, все-таки сейчас придется с ними столкнуться, да, с уродцами? Идите в баню. Там отмойтесь. Да блин! Ну нет! Я не собираюсь... Да вы что, издеваетесь, что ли? Я вон в микроволновку... Ой, в смысле, в эту... В стиралку пойду. До свидания. А, вот, подходите, я сейчас вас так расстреляю. Я это умею. Я еще в Atomic Heart научилась. О, из укрытия стрелять вообще нормально во всех. Давайте, подходите с этой стороны, давайте, ага. Вы думали, вы одни тут такие умные? Вам-то кислотный дождь по барабану? Вон, троих прошило, нормально. Давайте, подходите, не стесняйтесь. Вот. Все. Сейчас все самые эти. Вот так вот мы уравнялись, да? Смотрите, теперь мне тоже пофигу на кислотный дождь. И вы двое подходите, что стесняетесь? Пожалуйста. Мы вас тут ждем. Ага, опа. Давай, подходи. Ну вот и все, вот и до свидания. Умники, что думали? Вы что думали? Что вы меня застали врасплох? Что я не найду на вас управу, уродов? Как бы не так. Куда-то мне опять направо. Что-то какими-то прямыми углами меня водит эта игра. Ага, вон. Я сейчас себе сделаю сохранятельное место. Не дай бог, я сейчас найду кого-нибудь из этих уродов около моего сохранятельного места! Мама! Ладно, я нашла других уродов. Ну супер, ну класс, ну вообще шикарно. Фух, это вообще... Я потная вся, мокрая, кошмар. Так. Не видишь, да? Ну они где-то тут уж рядом. Вот опять чуть-чуть правее, вон туда. Вонь туда. Вон сколько этих воробьев на проводах сидит. Ага. А где-то тут и наш дух. Ага. Тут да не тут, еще добраться до него.
Ой-ё. Не понимаю, мне надо спрятаться срочно. Не понимаю. Ага. Так попробовать? С этой стороны? Ой-ё! Да что происходит? Ага. Понятно. А чё понятно? Ничего не понятно. Может, с другой стороны туда надо войти? Ой-ё. И мне вот это всё надо разгрести. Блин. Чё за дичь? А, еще не... Господи. Как можно было так его запрятать, этот дух? Что за ценный золотой? Ой, носорог! Носорог в натуре, блин, полезный, золотой, прекрасный, замечательный. Так, где я, мне подскажет карта? Мне надо куда-то прямо. Взрывать ничего перед моим лицом. Не надо выгибать меня. Не так тянуть ко мне. Ага, где-то выше. Но вход я же понимаю. Вот, видите, мужчина. Так. Ага. Но почему-то бухать еще при этом. Очень интересно. Что-то во всей этой штуке, как будто какое-то звено мы просрали. Не чувствуете? Кто-то туда мне надо? Я же не смогу по этим. Ага. Окей. Почему вы двигаетесь? Прекратите! Вы меня пугаете. Вот мы вышли на берег. Так мы не вышли на берег. А зачем мы это все сделали? Ну, типа, воспоминания найти. Окей, но дух-то он наверху, понимаете? Мне поэтому, по такой логике, мне надо наверх. А мы вообще теперь где-то не здесь, но как-то надо назад, чё? Не понимаю. Нет.
Да в смысле? Ты подставил меня опять. Ты козлина? Да я не запрыгну туда никогда. Вы что, издеваетесь? Как я вообще здесь оказалась? Как я вообще сюда попала? Наверное, просто с другой стороны. Ну и чего? Ну я же туда не попаду никогда. Подождите. Я, например... Могу же вот просто здесь очутиться. Но это же явно ближе оттуда. Мне куда? Прямо. Мне вот прям, вот прям, вот так. Мне казалось, что я так и шла. Но потом начались пузыри, началось говно какое-то. И все. И весь мой план, как говорится, посыпался. Все, оставьте реально. Осадите. Короче, где-то тут. Так нет, в смысле. Я же прям здесь была. Прошлый раз. Ну и что? Конечно, сохранись где-то в жопе рядом с каким-то пузырем, который ты... тебе урон нанесет. Это вообще отличный план. Ну, мне почему-то кажется, что вот это вот не звучит как план. То, что я делаю, это не звучит как план, но... Как я это сделала, я не пойму никогда в своей жизни. Я вам больше скажу, я ее не буду анализировать, потому что в этом нет никакого смысла. Вот он где-то тут. Что он мне это дает? Ни хрена. Ровным счетом. Ну, а через низ это явно я туда не смогу попасть. Как я через низ? О, посмотрите, какая-то, по которой можно. Залезь наверх! Да ты дура! Ты просто... Ладно, не настолько. Не настолько дура, чтобы я прямо, знаете ли, опустилась до оскорблений. Ну, вообще, дура, это тоже, конечно, не очень, в принципе, приятный отзыв, да? Но это просто, ну это пипец. Вот как так можно целиться? Еще выше. Очень интересно.
Как вы себе это представляете? Он прям напротив. Вот овца. Я должна подпрыгнуть. Блин. Вы видели эту крепость? А почему не сделать... Вот реально, что ты за человек? Все у тебя не сломано. Я уже теперь потерялась, я уже не понимаю. Так, окей, допустим. Да не падай ты! Ну... Она еще и не тормозит. Если типа вот ты быстро бежишь, она вообще, у нее тормозов нет. Фигачит просто, как может. И как не может, тоже фигачит. Хорошо. Хорошо. Но как бы дух уже выпущен, уже испущен, как и мой, собственно, дух. Я в шоке, я просто от вас в шоке. Что вы творите?
даже не знаю, что это стоит. Сладкие, какие-то тяжелые конкретные. Или надо просто периодически смягчать себе падение. Ладно, окей. Но я это запомнила. Вот это все, что вы делали со мной. Так, мне надо куда-то, блин, назад и направо. Ё-моё, кто бы знал. А может, я опять через этот пройду, вот этот туннель? Я же там и окажусь, правильно? Это сейчас будет весело, если вообще это неправильно. Если это вот, ну, вообще неправильно. Вот от слова совсем неправильно. Далековато маленечко. Вот, поэтому я нам предлагаю с вами заняться этим в следующий. Блин, вот я не знаю, почему-то я когда сажусь, начинаю что-то такое делать в этой игре, она начинает меня бесить. Но, блин, все равно очень интересно. Я не знаю, как это работает. Какие-то бывают сложные механики, да, типа она сначала притворялась какой-то безобидной.